Презентую вам мини-дорамку на вечер. Хотя мне не сильно понравилось, но... На вкус и цвет товарища нет. Дорама вам расскажет о князе, который постоянно женится, но до утра не доживает ни одна невеста. И ходят слухи, что он сам их как бы ликвидирует. Вот и пришло время седьмой невесты. Со страхом она ждала своей первой брачной ночи, так как ждала своей смерти. Но оказалось, что она выжила. Христос воскрес! Но раз уж выжила, то значит он по-другому хочет от нее избавиться. Решила она. Ничего я не очкую! Немножко сосу. Но мне кажется, не этого ей надо было опасаться, а его гиперактивности. Со временем она влюбляется в него. И уже не боится. Но все испортит то, что она узнает, что он якобы замешан в гибели ее близких.